Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, Якутск сегодня в прямом эфире и на телевидении, и радио национальной вещательной компании «Саха». В студии режиссеры Марии Новгородова, Николай Слепцов, у микрофона сегодня редактор Юрий Сергеев. Здравствуйте. Сейчас представлю гостя нашей студии. Это заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи руководитель Центра рассеянного склероза по республике Сахая-Якутия Людмила Тимофеевна Конешникова. Здравствуйте, Людмила Тимофеевна. Здравствуйте. Центру рассеянного склероза нынче исполнилось ровно 15 лет. Вот о его создании, коллективе медиков, ну, все, что касается рассеянного склероза, болезни нашего времени, вот так многие говорят, причин возникновения ее, диагностики, методов лечения, мы и поговорим сегодня с Людмилой Тимофеевной Оконечниковой. Вся информация, как говорится, из первых уст специалиста. Уважаемые телезрители и радиослушатели, в диалоге с участником нашей телерадиопрограммы вы можете принять самое активное участие и все ваши вопросы – ждем по телефонам прямого эфира 32 2066 66 и 32 11 66 готовьте свои вопросы итак первый вопрос Людмила Тимофеевна ну давайте начнем с, так с такого да может исторического какого-то да, аспекта, когда был создан ваш центр рассеянного склероза ну, что послужило наверное толчком вот для его организации. Пожалуйста, вам слово. Я, наверное, прежде чем ответить на да. этот вопрос, начну, наверное, с истории. Можно. Первое вот, эпидемиологическое исследование рассеянного склероза оно началось в 1970-х годах под руководством профессора из Новосибирска, Юра Филимского Алексея Павловича. Uh -huh. И первые сведения статистические данные были опубликованы в 1985 году. Вот тогда считалось, что распространенность вот этой болезни рассеянного склероза у нас в Якутии очень небольшая. Оно относилось, и решили, что у нас мы, Якутия относится к зоне низкого риска. То есть оно делится низкий, средний, высокий. Мы вообще низкие. И считала, что вообще тут якуты не заболевает ни одного человека не было. И в основном вот этот очень маленький процент за счет приезжего населения, пришлых русских считалось. Угу. Поэтому особое как как-то внимания не уделялось. Ну мало там человек заболевает. И впервые в 1995 году в работе вот Николаева Татьяна Яковлевна появилась, что оказывается, якуты тоже болеют, местное население. Вот тогда начали более детально изучать. И появились у нас эпидемиологические, заново начали изучать, сколько же больных у нас все-таки. И получилось, что все-таки в достаточном количестве. И мы, учитывая вот такую распространенность заболеваний, заболеваемость, что высокая, да. решили в 2006 году приказом министра здравоохранения, тогда был Александрович Вячеслав Лаврентьевич, и главный врач Андреев Борис Витальевич нашей республиканской больницы, решили открыть центр рассеянного склероза и других демилинизирующих заболеваний. Потому что демилинизирующее слово, вот, чтобы понятно было, да. Это, ну, я, наверное, сразу дальше пойду про рассеянный склероз, чтобы да? понятно было, о чем uh -huh. говорить, uh -huh. что за заболевание. Вообще, рассеянный склероз — это демилинизация, то есть нарушение иммунной системы организма, uh -huh. то есть под воздействием нарушенной вот экологии окружающей среды, вот нашего питания неправильного, каких-то психологических факторов происходит нарушение иммунной системы. Вот. И тогда начинают погибать нервные клетки. И при том, почему рассеянный называется, потому что он распространенный. Вот такие вот, вот посмотреть на снимках, они белые пятны, точные. Вот такие, Или бывают большие, почему точные только. И так как они распространенные и в головном мозгу, может быть, и в спинном мозгу, поэтому называются рассеянные склероз действительно рубцевание происходит в клетки вот и ну, такие вот изменения могут быть и при других заболеваниях не только первичные вот такой вот аутоиммунные может быть при ревматологических заболеваниях при различных системных заболеваниях заболеваниях вот соединительных. ну и других вообще заболеваниях может быть вот Поэтому мы всех их берем на диспансеризацию, на контроле, проводим диагностику, проводим ну, отшлифование вот этого диагноза. И когда мы находим действительно это первичные заболевания, ни другого, никакого заболевания нет, мы их берем на учет и с ними вот занимаемся. Да, конечно, это действительно проблема, с которой надо бороться, естественно, конечно. ежедневно, ежечасно. Но вот эта болезнь сейчас очень распространенная и очень актуальная. Mm -hmm. Она э, очень социально значимая, даже можно так сказать, да. после инсультов, после после mm -hmm. нарушения мозгового кровообращения. Потому что заболевают молодые. Вот вот молодые, трудоспособные населения. Какой возрастная категория это? От 20 где-то до 40. До 40 лет. Самый работоспособный, самый вот период, когда только жизнь строится. за да, заболевание, скажем, молодых, зрелых людей. Да, 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 да молодых. Угу. Ну вот, уважаемые телезрители, радиослушатели, вот мы с какой проблемой начали свое свою передачу, да, и сегодня мы говорим о рассеянном склерозе, поэтому готовьте свои вопросы 32 2066 32 1166. Ну, буквально вот в эти минуты в городе Якутске в гостинице «Азимут» идет научно-практическая конференция. Современные подходы к диагностике и лечению рассеянного склероза и других демелей резинирующих заболеваний в Республике Саха-Якутия. Вот она как раз посвящена тоже 15-летию организации Центра рассеянного склероза, о чем мы сегодня идем речь. Вот. И несколько слов об этом. Вот, Людмила Тимофеевна, кто участники? Ну, естественно, вопросы, наверное, какие-то угу. особенные поднимите. Ну, конечно, 15 лет — это не 50, не 30 да. лет. Но Подростковый возраст, да, где-то? Но все таки 15 лет, вот так вот, если нач начали с нуля, то в течение 15 лет, конечно, проведена очень большая работа. да. Вот, этот наш центр был открыт с благословения Алексея Николаевича Бойко. Это профессор, доктор медицинских наук, mm -hmm. руководитель центра Московского центра рассеянного склероза. Он mm -hmm. э, имеет сейчас свою клинику в Институте мозга, заведующий директором работы высоких технологий. Mm -hmm. В общем, это личность и человек, специалист номер один по рассеянному склерозу у нас в России. России. Он в 2006 году к нам приезжал, под его руководством у нас защищена кандидатская диссертация одного сотрудника. И он всю нашу вот эпидемиологию, нашу всю работу, он знает. Его благословие мы работаем. И до сих пор мы очень в хороших дружеских отношениях. Вот сейчас, вот 15 лет, они с удовольствием приняли наше приглашение. Uh -huh. Вот он и его супруга тоже Бойко Ольга Владимировна, она заведующая отделением доктор медицинских наук. Также прилетела к нам тоже наша э, гостья. Вообще очень даже э, знаменательно и э, вот, э, то, что радостно, что э, приняла Малкова Надежда Алексеевна, она руководитель центра россиянного склероза. Uh -huh города Новосибирска, Новосибирской области. Она, кстати, дочь вот самого того самого того Иерусалимского, который mm -hmm. проводил первые вот эпидемиологические исследования в 70-х годах. Хорошо. Вот его дочь, доктор медицинских наук, заведующая кафедры. Также приехала Малкова Надеж... э, Стелла Анатольевна Стеллана mm -hmm. Она тоже, да, не у нас связи доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра рассеянного склероза Тюменской области, Тюмени. Так, Адмирал Тимофеевна, у нас, К... говорит, что режиссер, есть вопрос. Давайте примем давайте, этот вопрос. Давайте, давайте да? конечно. Пойдемте навстречу. А, сорвался звонок, видимо. 32-00-66, 32-11-66. Уважаемые телезрители, радиослушатели, пожалуйста, дозванивайтесь дождитесь вот угу. студии ага. угу. так ну еще что какие гости в наш почервкствовал известные в россии вот четыре человека это очень большие люди угу. они руководители больших э, центров которые работают 40-50 лет угу. мы с ними конечно по сравнению с ними вообще подростки вот и мы наравне вот с неврологами обсуждаем вопросы мрт диагностики потому что в диагностике растительного склероза очень э, большую роль играет вот диагностика МРТ. Yeah, 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 yeah. Вот наши МРТ специалисты, радиологи, рентгенологи э, участвуют. Приехал э, вот, с института научного центра института неврологии головного нашего учреждения из города Москвы. Брюхов Василий Валерьевич, он ответственный за этот раздел, как раз рассеянный склероз. Угу. И вот как раз они сегодня нам оказали даже практическую помощь. Бойко проконсультировал у нас одну больную, согласился с нашим диагнозом, uh -huh. в общем, подтвердил нашу тактику лечения. Uh -huh. А Брюхов Василий Валерьевич, он съездил в нашу больницу РБ-2, там мы подготовили больных, снимки, которые были немножко спорные в диагностике, в тактике ведения. И они, конечно, не только вот теоретически нам подковывает, но и практическую да, помощь оказывает. Да. А, а лекции, это, конечно, на мирового, люди мирового уровня, они за границей читают вот эти лекции, они нам очень простым доступным языком все что новое, какие препараты как лечатся, не только у нас в России, но и за границей. Все это нам рассказали, доходчиво объяснили. И мы, конечно, вот это еще переварим. Ага, хорошо. Так, у нас телефонный звонок все-таки на прямой связи. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем здравствуйте. вас. А, я звоню с, с словами благодарности центру и его руководителю, оконечника Людмиле Тимофеевне. Я сам являюсь, что называется, постоянным клиентом, в кавычках, этого центра. Мне там помогают на протяжении 15 лет, мне выставили диагноз, очень благодарен. У -у -у. А, ну, коротко, если в 2006 году... У нас очень мало времени, извините, пожалуйста. В 2009 да? году uh -huh. на приеме военкомат я показал свои снимки, мне сказали, это снимки не твои, это чужого человека снимки. Я посмеялся, говорю, почему вы так сейчас... Уважаемые телезрители и радиослушатели, пожалуйста, мы уходим сейчас на рекламную паузу. Вы можете после рекламы вновь дозвониться до нас. А, и сейчас мы уйдем, уважаемые телезрители и радиослушатели, на рекламную паузу. И через несколько секунд, буквально минут, наверное, скорее всего, вернемся в нашу студию и продолжим нашу передачу телевизионную и радийную. Итак, уважаемые телезрители и радиослушатели, мы вновь в прямом эфире. Это Якутск сегодня. Напомню, наша сегодняшняя собеседница, заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы номер два центра Экстренной медицинской помощи, руководитель центра рассеянного склероза по Республике Саха-Якутия Людмила Тимофеевна Оконечникова. Людмила Тимофеевна как раз говорила по поводу вот, научно-практической конференции. Я скажу, что она сегодня продолжит свою работу. И завтра, 9 числа, да, да тоже конференция продолжит свою работу. Конечно. Ну а сейчас у нас телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя и радиослушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Еще раз здравствуйте, да я еще продолжаю. Раз. Я вот звонил, в 2006 году мне поставили в центре диагноз, 2009, я наблюдался в нем, меня поддерживали в 2009 году. Угу. Я в военкомат обратился, меня хотели в армию призвать, я показываю снимки, говорю, что я не могу служить. Угу. Они посмеялись, говорят, это снимки не твои, если были бы снимки твои, ты бы сюда заехал на инвалидной коляске, да. а я зашел туда своим здравым шагом. Uh -huh. вот, но это все благодаря центру, который поддерживает нас и оказывает необходимую помощь. И мой вопрос такой: как вы считаете, когда мы восстановимся и будут, ну, не экстренные, а планы вы больные для оказания вот помощи в центре принимать? Спасибо. Так, подождите, у нас второй телефон, дали uh -huh. давайте послушаем те тоже uh -huh. очередной вопрос. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаем. Слышно меня, да? Да, слышно, хорошо. Ага. Вот интересно, в республике Саха-Якутия сколько человек болеет этим заболеванием? И второй вопрос, это заболевание передается генетически или как бы приобретается? Ага, хорошо. Так, пожалуйста, Людмила Тимофеевна. А, ну, мы своих больных по голосу даже узнаем. Вы сразу как-то узнали, да, да его? Да, да. Угу. Я узнала. Угу. Вот Александр Павлов, угу. по-моему, угу. да, Саша? Ну, он ушел с эфира сейчас. А, да? да, по голосу. Ага. Ну, он молодой был 15 да. лет тому назад, ну и сейчас молодой, конечно. Ага. А, да, это наша боль, конечно, мы сами ждем, когда мы откроемся. Сейчас отделение. Так как мы работаем в составе экстренной больницы, так. и наши койки все экстренные, работаем на скорую помощь, на экстренную службу. Угу. И так коек мало было неврологических. Сейчас угу. они, конечно, сокращены. И так, таковое отделение, как раньше мы существовали, мы сами владели этими койками, а, очень сложно стало, конечно. Угу. Сейчас на первый план, как мы все знаем, это ковид да. Действительно, эта болезнь очень коварная, их много, и пока никак открыться не можем. Но мы надеемся на светлое будущее. Может, в скором времени что-то как-то решится. Угу. Хотя ковид сам по себе уйдет. Это очень проблематично. Хорошо. Будет и второй смотреть. вопрос был в нашей республике. Да, да в нашей наваливает? республике вообще э, э, по нашему регистру... Чисто больных рассинным склерозом могу озвучить 336 человек. Mm -hmm. вот. И генетически передается. Но к радости могу сказать, что это не генетическое заболевание. Не передается, не да? Не передается. По Нет, mm -hmm. по наследству оно не передается. Mm -hmm. Но слабость просто нервной системы, слабость организма, иммунной системы, оно, наверное, можно передать. предрасположенность какая-то, может быть, что да -да. они потом э, каким-то другим могут заболевать, но сам по себе вот болезнь гена болезни передачи uh -huh. такой нет. Ага. Но все-таки у нас наблюдается рост, наверное, да, вот особенно в последние годы, наверное, uh -huh. да, заболевания. Заболевания, ну да, раз распро... в начале, если в 2006 да. году при начале было uh -huh. Uh, вот кандидатскую работу делали uh -huh. и открывали, когда было 84 человека. Всего-навсего. Да. Uh -huh. Сейчас у нас 336, конечно, на лицо. Это uh -huh. сколько раз больше стало? Да, не говорите. Uh -huh. Ну вот, а кто больше всего страдает от нее? Ну, вот мы говорили, что это вот молодые люди, да, но даже подростки, по-моему, ну страдают. вообще, да, 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 да. Сейчас последние старше. последние годы, да, вот такое очень распространенный, где-то 10% uh -huh. процентов склероза считается, что бывает детской. Uh -huh. Но у нас в республике, к счастью, или uh -huh. у нас статистика не та, или диагностика, пока мы дети есть дети не обращаются. Uh -huh. а, у нас меньше, к счастью. Uh -huh. Ну а так всеобщие статистики, где-то 10, даже больше, это детская расистная склероз считается. Uh -huh. Ну а все-таки вот э, такой вопрос, вот, э, ну, конечно, есть ранние симптомы, наверное, этого заболевания, вот какие они, да, когда проявляются. No, вообще это болезнь хамальон, то есть оно меняется. Uh -huh. Совершенно обычно заболевают это молодые. Как да. мы говорили, да, да, да. чаще женского пола. Это цветущие, красивые, в хорошем настроении, mm -hmm. начинающие только жизнь. И вдруг да. где-то сходили в баню или куда-нибудь в жаркий климат, куда-то съездили. Mm -hmm. Иммунная система немножко пошатнулась, mm -hmm. и вдруг появляются какие-то зрительные нарушения: двоение в глазах, mm -hmm. или онемелая рука, рука, или да. mm -hmm. ну находит причина. Ну там что-то там попало в глаз, или же отлежало руку. Ну в конце концов оно восстанавливается через один-два дня. Ну и слава богу забыли про это. А потом через какое-то время другая рука или что-то другая симптоматика mm -hmm. какая-то час начинает там страдать. Mm -hmm. Ну пока они собираются к врачу опять. Uh -huh. симптоматика. Вот так вот она uh -huh. из-под тяжка потихоньку, потихоньку больше и больше. И когда полностью uh -huh. парализует слабость один прекрасный момент, человек не может встать, uh -huh. нога не слушается, uh -huh. подкашивается, падает, тогда только он вспоминает про невролога, бежит в поликлинику. Да, вот если uh -huh. обнаружили да, вот все эти симптомы, которые вы говорите, Нужно идти сразу, конечно, наверное, к обычному неврологу, скорее всего. Вообще как-то, конечно, да. да, начинать, конечно, у нас все неврологи, они обученные, грамотные, у -у -у. эту патологию хорошо знают. Да. Сегодня у нас, например, очень много было первичного звена неврологов, у -у -у. вот поэтому симптоматику знают. Поэтому, да. Если с такими симптомами подойдут, они должны э, вот обследовать более детально МРТ сделать анализы, посмотреть другие заболевания mm -hmm. исключить, вот и если подозрение какое-то есть, тогда они направляют более угл на более углубленные обследования, mm -hmm. лечение и определение тактики ведения. Наш центр, который находится на базе вот неврологического отделения. Ну, конечно, вот самое главное это диагностика, да, вот, вот рассеянного склероза у нас в республике. А, в чем она заключается и вот, каковы ее, наверное, особенности, вот, скажем. Вот. Например, в от... скажем, в отличие от атеросклероза. От атеросклероз это, скажем, ну, болезнь, может, пожилых людей, да? Ну да. Где-то очки там забыл, что-то еще там, да. Но это совсем другое заболевание, так? Правильно? Ну, конечно, конечно. Они конечно. разные по существу. Конечно, атеросклероз, вот люди путают, да. вот, которые не знают растительный склероз, наш, считают. И, и, и я не страдаю склерозом, там да. атеросклероза нет. Атеросклероз это болезнь сосудов. Mm происходит э, вот, изменение стенки сосуда. Ага. Вот, поэтому кровообращение ухудшается, за счет этого питания мозга хуже, да, да, поэтому да. память ухудшается, угу. вот, поведенческие нарушения, общая такая симптоматика да, 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 неврологическая да. при атеросклерозе. И на почве атеросклероза, в конце концов, сосуд не выдерживает, происходит угу. инсульт, может да, произойти. Да, 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 да. Инсульт это ишемия сосудов или кровоизлияние, может быть. Вот, поэтому это путать нельзя. А это нарушение иммунной системы. Именно иммунной системы. Иммунной системы, да. Происходит демиелинизация то есть миелиновая оболочка, она нарушается, да, да, она да. отмирает клетка. Происходит на место этого рубец, вот белые точки. Угу. Вот, и оно... По всей нервной системе оно распространенное, поэтому так и называется рассеянный. Ага. Это совершенно разные вещи. И диагностика тоже разная, конечно. Конечно, mm -hmm. конечно. рассеянный, вот так как оно иммунная система, мы, ну, во-первых, анализ крови, анализ ликвора, то есть спинномозговой mm -hmm. жидкости, потом э, всякие вот электроэнцефалография, вызванные потенциалы. Mm -hmm. И, конечно, не оцем неоценимую помощь оказывает МРТ-диагностика. Угу. Вот. В связи с тем, что сейчас вот МРТ стало более доступно да. и более качественно, а, может, и диагностика улучшилась, поэтому больше больных, может, стало. Да. Уважаемые телезрители радиослушатели, вот мы как раз сегодня говорим о рассеянном склерозе, то, пожалуйста, если есть какие-то вопросы, задавайте их вот заведующая неврологическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, руководителю Центра рассеянного склероза по республике Саха-Якутия, Людмиле Тимофеевне Аконешниковой. Мы ждем ваши вопросы, не стесняйтесь, и вы получите вот, хорошую такую консультацию от специалиста, как говорится, из первых уст. Ну, а что поменялось в лечении? Да, вот ну, сказано, вот этого вот, рассеянного склероза. Но ну, если взять с прошлого века, да, 20 века, есть какой-то прогресс у нас в лечении? А, ну, конечно, конечно. Если мы в 2006 году, в да. начале, когда вот работал Центр Российного Склероза, угу. пользовались одним препаратом, двумя препаратами. Да. И у нас а, вот, принимали больные, вот, а, их мало было, то сейчас даже я не так скажу, наверное, да. потому что лечение это целая вот, глава, в общем, целая а, служба вот лечения, а, целая проблема лечения вот, угу. самого рассеянного склероза. Они лечение они делятся, что а, вот, так как это хроническое заболевание, да. в период обострения одними препаратами. В период ремиссии, то есть вне обострения, чтобы обострения не было, другими препаратами. Mm -hmm. И третий большой блок – это симптоматическое лечение. Допустим, такой больной, у него голова окружится, головные боли, там онемело, там болит, там какие-то тазовые нарушения, yeah, там yeah. Другая вот лечение. Поэтому разные лечения. И вот сейчас, вот последнее время, ну ладно, обострение все умеют лечить, uh -huh. э, препараты, изменяющие течение рассеянного склероза. Uh -huh. Их препаратов очень много. Очень стало, много. очень uh -huh. много. Вот я вначале сказала, что мы тогда начинали в 2006 году с двух препаратов. Uh -huh. Вот тогда 24 человека получали препарат. Сейчас, вот 2008 года, так как это очень дорогостоящая терапия, Человеку где-то ну, тысячами, сто тысячами сумма нужна, чтобы вот такое, конечно, обычный человек такое не сможет потянуть. Yeah. Поэтому 2008 -го года существует программа 7 ВЗН, то есть 7 высокозатратные препаратов. Mm -hmm. Не только мы, вот неврологи, туда входят гематологи, трансплантологи, там, онкологи. Угу. Онкология, там другие заболевания, в том числе ватеросенный склероз. Хорошо. Ну что ж, уважаемые телезрители радиослушатели, мы вновь уходим на рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Продолжим передачу Якут сегодня. Мы продолжаем нашу телерадиопрограмму. Напомню, у нас сегодня в студии заведующая неврологическим отделением. Республиканская больница два, центра экстренной медицинской помощи, руководитель Центра рассеянного склероза по республике Саха-Якутия Людмила Тимофеевна Оконечникова. Вот у нас, Людмила Тимофеевна, телефонный звонок, потом продолжим передачу. Алло. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А, у меня такой вопрос. Угу. А, у меня рассеянный склероз с 2019 года. Мне 29 лет. Угу. А, и два года я принимала препараты первой линии. И, так сказать, они меня, видимо, плохо держат. Часто случаются обострения. Слышала, сейчас есть новая методика. Хорошо себя зарекомендовала. Трансплантация стволовых клеток. Как вы к этому относитесь? И посоветуете ли вы ее сделать? Делают ее в Санкт-Петербурге. Хорошо, спасибо. Так, Людмила Тимофеевна. Вы только первую линию прошли. Uh -huh. А вообще существуют вот, терапия рассеянной склерозы и терапия второй линии. Uh -huh. Есть препараты, если первая линия не помогает, вторую линию попробовать. Там препараты э краткосрочные. Если раньше вы принимали каждый день э продолжительно, бесперерывно, э этим путем вы поддерживали иммунитет, то сейчас есть препараты, которые краткосрочно, то есть в течение 8 дней, 1-2 года делаются. Есть таблетированные, есть инъекционные. Угу. И вот эти препараты назначаются, когда неэффективна первая линия. Вы не пробовали вторую линию. Без второй линии сразу наперейти в стволовые клетки, оно, во-первых, недостаточно изученное по федеральной программе этому приказу и таким положению введения стволовых клеток так такого у нас разрешения в России нет. Mm -hmm. Это по типу экспериментальные и это делают клиники, институты как, за большие очень деньги. Понятно. Вот, поэтому рисковать не надо. Mm -hmm. Но ну, другое дело, если ничего абсолютно не помогает вы все перепробовали первой второй линии прогрессирует там ну это отчаяние может быть если ну, человек на все имеет право Конечно. почему бы нет Да. но э, я 29 лет только два года болеет и сразу стволовые клетки стволовые клетки это знаете потом какие осложнения могут быть mm -hmm. чем это все закончится? Это люди вот такой вот из-за легкой вот такой рекламы, легкой популярности, все что угодно могут рекомендовать. А нам жить с этими больными, вот нам вести этих больных Понятно. не один-два года, а десятилетиями нам вместе с ними. Да. Тридцать два два шестьдесят шесть. Тридцать два одиннадцать шестьдесят шесть, уважаемый радиослушатели, мы ждем еще ваши вопросы, время. В нашей передаче еще в прямом эфире есть немного. Так, вот мы как раз мы говорили о, о лечении, да, о препаратах. Вот вы хотели добавить да, еще. Да, да, да. Вот препараты, изменяющие течение рассеянной склероза, они очень дорогие. Вот да. было, как сказала, в 2008 году, 7 ВЗН. Сейчас вот расширилось наше государство дополнительные деньги. И теперь 14 наименований заболеваний имеют больные. Вот этих болезней имеют бесплатное право вот, по федеральной программе получать вот, дорогостоящие mm -hmm. препараты, в том числе наш рассеянный склероз. Вот. И э, вот эти препараты каждым годом, они добавляются, прибавляются да. новые препараты, угу. происходят, проводятся испытания. Вот они, это не просто так, вот там где-то слышал, что хороший препарат надо сделать, да. а именно он прошедший несколько этапов исследования. И, подтверждение, что он действительно безопасный, действительно он эффективный. При таком случае зарегистрировать еще в России мало, и еще такой вот контроль должен пройти. Тогда только могут рекомендовать и включить вот эту федеральную программу. Вот на сегодняшний день у нас в республике 11 препаратов. Я вначале сказала два препарата, да, мы прямо примем... сейчас 11 препаратов. Угу. И вот эти препараты, они очень хорошо себя зарекомендовали. Сейчас вот есть понятие высокоактивный рассеянный склероз. То есть молодые люди раньше, если как-то потихоньку были, то да. сейчас очень агрессивно. В год три-четыре обострения. Mm -hmm. Попробуйте представьте себе молодая цветущая девушка или парень, mm -hmm. там два 3 раза в год полностью парализует лежачий больной. Так. Mm -hmm у родителей, но у семьи могут ну семье, руки, мы Ну, что это такое. И таких вот все-таки мы обострение снимаем, вот таким вот как раз вот эти препараты предназначены и не возвращается к труду. У нас есть очень хороший опыт. Угу. Мы вообще-то своих больных очень хорошо знаем, даже вот по телефону, по голосу я могу знать и примерно представить, да. кто почему такие вопросы задают. У нас есть э, даже, вот, которые защитили докторскую кандидатскую диссертацию с этой болезнью. Есть большие начальники, которые да -да. Ну, при э, помощи вот этих препаратов в ну, динамическом наблюдении и активном лечении, они возвращаются к труду, заводят семью, там женятся, дети. Вообще, я думаю, центр все-таки свою функцию выполняет, и люди возвращают обычной жизни. Вот я, хоть, я бы даже добавил, что благодаря вашему центру, да, рассеянному склерозу по республике... У нас в республике, может быть. Да, это, это счастье для тех, кто, скажем, страдает это коварной болезни сейчас, да, вот, тем более молодые люди, да поэтому надо обращаться, конечно, Вообще, Работайте и ага. еще долго и успешнее, как говорится. Спасибо. Ага. Вообще, конечно, вот такие организации, ну я по своему опыту могу угу. сказать, что вот организация вот таких специализированных центров, оно очень удобно для больных. Да, вот природе. еще и говорю, да. Вот и есть им куда обратиться, вот, 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 вот. могут они посоветоваться угу. и в тяжелые, когда вот совсем заболевают. Да есть где им лечиться. У нас сколько болезней в республике, О, допустим, да, тоже. Первичное звено в поликлинику, там тоже сложности. И вот таких вот, конечно... А что <laughs> сейчас вот не хватает, да, вот, Людмила Тимофеевна, в республике, вот с точки зрения социальной помощи, да, и адаптации тем, у кого поставлен такой вот диагноз, да, как вы считаете? А, ну что не хватает да. ну наверное медицинской части мне угу. хотелось бы наверное больше как-то улучшить диспансеризацию этих больных да. все-таки угу. потому что центр мы необъятны необъя угу. потому что у нас определенные задачи цели мы занимаемся в период обострения да. мы э, ставим диагноз обследуем определяем лечение какой препарат как он должен принимать угу. остальное все. Вот наши рекомендации по месту жительства в первичном звене должны. И э, этих больных должны обязательно диспансеризировать. Угу. То есть вот диспансеризация, э, она наблюдаться должны постоянно, Перед, когда обострение только начало. Да. Или начало заболевания, uh -huh. вот этот препарат идет, не идет, uh -huh. какое побочное действие, нежелательное явления, вот это все на первичном. Мы, например, где-то в районе он заболел, мы же не можем сказать, что у него, что случилось. Uh -huh. И вот это на первичном. И вот эта преемственность вот, первичного звена нашим центром, вот она очень обязательно должна быть. Uh -huh. вот. вот эта диспансеризация, она... Самое главное не на бумаге, то, что вот сколько количества больных да, да. там существует. Uh -huh. Она должна быть вот, работающая диспансеризация на самом деле. Uh -huh. Полезная она должна быть. От обратная отдача должна быть. Вот это, кажется. А социальной вот реабилитации. Реабилитация у нас вообще в республике, я считаю, тем более с ковидом очень слабая. Угу. Есть, например, на Рихарда-Зорге центр, там для инвалидов, да. и очередь большая. И в основном там для людей, страдающих опорно-двигательным аппаратом. Да -да. Вот. А у нас специфическая угу. вот такая. Реабилитация должна быть. Притом, наши, так как кого иммунные заболевания, нарушены иммунитет, им очень много ограничений. Допустим, они в жаркие климаты, или какие-то перелеты длинные, или какие-то активные лечения тоже нельзя. Наоборот, можно сорвать иммунитет. Yeah. Вот поэтому для них специальные программы реабилитации, к сожалению, в республике очень... Вот это наша проблема. Вот диспансеризация, реабилитация. Mm -hmm. Вот очень отрадно, что в последние годы, сколько мы уже лет лет 20-30 говорили, на ну, ты вот пандуса, хотя бы простое то, что... Вот за границей, например, никто даже не думает, ну, что больной, не больной, это все на равных ну один человек вот такой косой, второй человек прямой. Ну, а суть-то все равно человек один. А у нас они ущемленные были. И вот даже элементарно просто, хотя бы вот общество наше, вот наши учреждения, вот мэрия или социальные службы повернулись бы программы вот эти разработали бы для инвалидов mm -hmm. как-то активнее бы и то легче было бы. Да. Yeah. Ну что ж, у нас остается буквально не, минута да, э, до конца эфира, Ну, я хочу сказать вот, спасибо вам, Людмила Тимофеевна, вот, за вашу работу, за то, что вы стояли у истоков создания центра да, рассеянного склероза в республике Саха-Якутия, поэтому вот, сегодня научно-прочистую конференцию проводите, куда приехали видные ученые России международного уровня. Вот. Напомню, у нас сегодня в студии была зав. неврологическим отделением Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи, руководитель Центра рассеянного склероза по республике Людмила Тимофеевна Оконечникова. Поэтому, уважаемые телезрители, вот эта болезнь, как мы поняли сегодня по передаче, не передается по наследству. Оно занимает третье место в списке причин полной инвалидности в продуктивном периоде жизни после травм и ревматологических заболеваний. Поэтому, уважаемые телезрители, радиослушатели, вовремя, своевременно обращайтесь в Центр рассеянного склероза по Республике Саха-Якутия, обращайтесь к специалистам, берегите себя и своих близких, вакцинируйтесь. Хочу обратиться к тем. До свидания.